У Национального банка Абхазии теперь есть свой корреспондентский счет, правда, в российских рублях и в Центробанке России. Соответствующий договор был подписан в октябре прошлого года. В Москве считают, что таким образом содействуют сепаратистским властям в развитии национальных банковских секторов. Некоторое время назад была предпринята попытка начать использовать различные пластические карты на территории Абхазии, и эта попытка была пресечена. И в этом же порядке мы включим все механизмы, чтобы приостановить это сотрудничество.